Всем привет, с вами Грука. И сейчас я сделаю видео, где находятся все грибы Фейбле. Ну, первый гриб, вот, можно украсть, можно купить, но купить. Тогда вы пришли по адресу. Чё, смотрите, сколько он стоит. Очень популярный товар. У меня последний остался. Один я продал торговцу в гильдии. Один довольно жалкой девице, ее можно отыскать в парке. А, он даже говорит, где все находится. Собирался закатить вечеринку в гильдейском лесу. Тут даже он говорит, где все, но я покажу. Может, вы тупо не понимаете, а, то есть просто вы не нашли. Меньше полутора тысяч и возьму. Вот. Лишь 1500. Если можно взять тупо. Можно тупо украсть, в чем прикол. Надо спрятаться. Но тут никак не спрячешься. Просто воруешь и убегаешь, пофиг. Убегаешь. Все, и убежал. Вот так вот. Тут мы сделаем комбо по собиранию этих вот. Вот, собрали тут, да? Собрали тут гриб. Ну, типа, вошел и узнал, типа, о, блин. Вошел этот вот, да. Идете дальше. Идите дальше, идите дальше, идите дальше. А, к нему потом. Это потом вот тут. Идете к этой тёлке. Говорите, хоп. Здравствуйте. Можно за... Вы пробовали когда-нибудь синь? Я никому еще не питала таких чувств. Mm. Интересно, может быть, он тоже? Там чувак, который в гильдейском лесу, короче. Ох, Сарил. Он был таким милым. Но как узнаешь, было это все взаправду или нет? Угу. Берешь его, короче, хоп. Гильдия героев. Я думал, убить его можно. Не, его можно убить, но я добрый парень. Помогу им, так уж убить. Так уж убить помогу. Так, сейчас. Бегу помогать. Чтобы в нем был зонтик. Кто этот болван? Ты чего ругаешься? Сам болван. Бежим, короче, к той двери. Там слоем. Ой, слоем этот вот. Гриб. Вот. Вот. Ой. F1. Так. Ловим. Говно, почти словил. Давай, F1. Это какой-то гриб. Ура, все. Все отлично, мор получил. Бежим в гильдейский лес. Чувак будет стоять такого, короче. Стоим тут еще. Тут не помню, что будет. Ого. Так. Давай ловись. Рыбка большая маленькая. Ого. Взяляется. Все. Чего это?
Ну, это серебряные ключи. Так, ну чё, чувак, здорово. Эй, привет! Меня зовут Сайрил. У меня с друзьями был тут ночью праздник, и я познакомился с обалденной девицей из Оуквейла. Ох, Майра. Круто. Она вся такая, ну, по крайней мере, мне показалось. Хотя мне тогда много чего еще показалось. Особенно эти деревья на ножках запомнились. Ну, понимаете, о чем я? Но все равно я хочу ее снова увидеть. Наверное. То есть, может, все дело в грибах, а на деле она страшна, словно ведьма. А если и нет, вдруг я ей не понравился. Все равно я хочу рискнуть. Пожалуйста, передайте ей письмо в Оуквейл. Хорошо. Я должен знать о ее чувствах. Неизвестность убивает меня. Круто. А, и вот еще. Не пытайтесь выдать письмо за свое собственное. Я над ним 2 недели просидел. Душу вложил. Так. Все, сейчас читаем его. Его... Это вот, короче. А, это вот создал. Журнал. История. Я еще не знаю. Книги. А что это тогда? Это где? Имущество, вещи, прочее. Письмо от... Вот. На листке лихорадочными каракулями нацарапано. Мое сердце бьется только ради тебя, Майра. Моя душа сгорает в огне. Твои глаза, как 2 пылающих солнца. А твоя грудь, как... Как? Прошу тебя, скажи, что ты меня любишь. Позволь мне стать твоим рабом. Последняя строчка зачеркнута. Проклятые грибы. Все эти проклятые грибы. Да, вообще. А. Кстати, запросилимся в Quail. Так. Вот 4 гриба. Сразимся бок о бок во имя добра. Идем к этой сучке. А, конечно. Рядом. Вот, идем. Думаете, я хорошенькая? Один человек на празднике в гильдейском лесу сказал мне, что да. Мне показалось, вроде бы он в меня влюбился. Вы с ним не говорили? Да. Ой, это... Это ваше? Не может быть. Он правда меня любит. Пишет, что мои глаза как 2 сияющих солнца. Там такого не было. Надо сообщить ему о своих чувствах. Пожалуйста, передайте ему это. Ох, скорее бы рассказать обо всем Фионе. Теперь это почитаем. Ого, конечно же, я вас люблю. Я никогда не забуду ту ночь, что мы провели с вами в детском лесу. То есть, вообще-то, я ее не очень хорошо помню, но помню, что это было что-то необычное. При мысли о вас моя душа испаряется, как на крыльях. Я очень хочу узнать, как вы на самом деле выглядите. Все было как в тумане. Мы встретимся скоро, любимый, ибо я навеки ваша, Майра. Все, гильдейский лес. Так, идем к этому чуваку. Я ей нравлюсь! Ох, она такая красотка! Даже вот, нельзя. Возьмите себе за труды. К чему мне это все, когда я обрел любовь? Все, синий гумор теперь есть. Можно, как я говорил, просто убить и все, не собираешь. Ну, я так. Не хочу разрушать семью. Это же плохо. Так. Идем сейчас еще заберем последний гриб. Так вот.
Его вроде как все убило. Ну, еще, чтобы ругать. Так, идем. Все, идем в парк. Там нужно рассмешить ее. Наверное, потому что она под грибами сама. Сейчас вот вы услышите это все. Не выходит. Странный человек. Почему ничего не выходит? Слушайте, все говорят, что если съесть гриб, то животики надорвешь. А я съела, и ничего. Не даже хихи тебе, ничего. Может, вы меня рассмешите? Ну, это, пожалуйста, а? Ну, конечно. Эй. Я об этом как-то не думала. Ладно. Герой и вдруг в пляс. Вот умора. А еще раз, еще. Окей. А вот это веселье. Ой, просто уже слишком. Вот, возьмите. Вы такой забавный. Спасибо. Так, все. Отлично. Ее можно тоже просто убить и забрать. Видите, 40 добра получается. Если не убивать, все, сейчас отнесем эти грибы. Ведьме она сделает деле, и все будет окей. Так, бежим. Или что это за... Я, наверное, знаю, он хочет до холмового поля. Потом. Эх. Идем за этими грибочками. Все, отдадим сейчас это здоровье. Оу, е, набережная. Сейчас отдадим грибочки. Все будет окей. Ну чё, на? Чудно, то самое. Все, что мне теперь нужно, пару часов. И? А вообще-то знаешь чего? А у меня ведь есть это зелье. Да чего ж, память дырявая стала. Ну так. Только грибочки я приберу, коль не возражаешь. Я их немножко покуда спрячу. Ага, в общем, будь здоров. Ну, спасибо. Сейчас отдадим это зелье, и все, нам будет радоваться вообще. Блять. Вот такая, oh my gosh, it's alive. Давайте. Какое небо голубое. Все, отлично. Не верится, что эта женщина помогла нам. Ей-богу, больше никогда не пойду смотреть, как жгут ведьм. Мы не забудем твоей доброты, герой. Да прибудет с тобой удача. Вот и все. 2000 даже заплатили. Вот. Вот и все. Все забрать все грибы. Всем пока. С вами был Игорюка.